Сотрудники Зеленстроя трудятся над созданием нового зеленого убранства Пионерского проспекта, высаживая тысячи саженцев многолетних цветов, кустарников и хвойных деревьев. Нетрудно представить, как обидно этим людям видеть разоренные клумбы. К сожалению, не обошлось без воровства при озеленении Пионерского проспекта. В пятницу мы обнаружили, что на клумбах просто выдернуты саженцы розы в количестве 80 штук. Сегодня, когда мы приехали на работу, мы увидели, что отсутствуют два хвойных дерева высотой 2 метра и, в принципе, достаточно красивых и дорогих. Поимка злоумышленников – дело полиции. Работники Зеленстроя надеются, что этот вопиющий факт воровства правоохранительные органы без внимания не оставят. Мы, конечно, очень все расстроены и возмущены, поскольку делается это для города, для горожан, для гостей нашего города. Хотелось бы подарить им красивый Пионерский проспект, и администрация об этом именно заботится, и наши предприятия. Я очень надеюсь, что больше такого не повторится, и взываем мы к совести людей, конечно. Анапчане также возмущены. Зеленое убранство – своеобразная визитная карточка курорта. Обезличивать его – настоящее варварство. Просто бессовестные люди все делают для того, чтобы было красиво и отдыхающими нам, как вот местным работникам. И все это, или трава растет, или, конечно, какие-то цветы и кустарник. Это просто бессовестные люди. Анапа всеми силами готовится к курортному сезону. Регулярно проводятся субботники и экологические акции. Высаживают тысячи новых деревьев, кустарников и цветов. В благоустройстве города активное участие принимают и сами жители. И очень обидно, что даже в год экологии, в то время как одни создают, другие разоряют.